Ну, наконец-то. Осталось только обувь выбрать. Эти? Или эти? Давай на каблуках. Да, точно. Хотя мы же будем гулять. Ну, тогда вторые тоже очень красивые. Да, они такие удобные. И по цвету больше подходят. Хотя туфли по фасону вроде лучше. Тогда одевай туфли и идем. Я же еще не определилась. Родная, выбирай те, что тебе больше нравится, и выходим через 5 минут. Удобно? Да. Ну и слава богу. Блин, ложки все грязные. Ладно, сейчас полосну. На, держи. Ой, вкусно. Класс. Ну, пошел. Да. Каждый день тысячи женщин вынуждены есть в одиночестве. Мужчины, помните, что завтрак, обед и ужин – это не только время приема пищи. Это время, которое вы можете провести вместе со своими половинками. А иначе кому-то скоро придется жрать один доширак. А это что такое? Тональный крем. А это? А это база. А это для чего? Молочко для снятия макияжа. Бабы. Леша, ты не видел мой... Я тут немножко увлекся. Леш, я придумала, что подарить маме на Новый год. Да-да, сейчас. Что да-да, что сейчас? Я говорю, придумала, что маме дарить. Классно. Отличная идея. Леша, оторвись от телефона на минуту, а? Ага, говори. Так вот, маме, думаю, можно подарить... Леш, ты не слушаешь меня? Угу. Блин, малая, 3 секунды, вот... Дописываю, очень важно. Сейчас. И... Все, теперь весь внимание. Спасибо. Короче, мне мама тут на днях говорила, мы с ней как-то шли по торговому центру, и она мне рассказывает, что когда-то еще вообще в детстве, когда она была молодая, там, она видела... Короче, маме на Новый год я подарю, наверное, нового зятя. Чего обиделась, не пойму. Okay. Леш, нам нужно пройти тест на доверие. Какой еще тест? Ну, обыкновенный тест. Ты что, мне не доверяешь? Ну, конечно, доверяю. Тогда вставай. Все предельно просто. Ты закрываешь глаза, считаешь до 3 и падаешь. А я тебя ловлю. Все понятно. Все считаем. 1, 2, 3. Маленький мой. Сильно болит. Да, надо было предупредить, что падать надо назад. Как-то додуматься падать вперед. Так, теперь моя очередь. Ну, Леш, ты же поймаешь меня, правда? Конечно, поймаю, малышка. Падать ты будешь вперед. Да ну очевидно же, что назад, Леш. Назад. Все, я понял, назад. Ты готов? Я готов, давай. 1, 2, 3. Малая, ну ты... Не верю друг другу на слово. Согласна. Не бросай!
вообще? Нет. Из-за того, что я мусор не вынес. А, из-за того, что я мусор не вынес, несмотря на то, что ты меня просила об этом 6 раз. 7. Нет. Подожди, ты так его и не вынес? А, это из-за того, что я ногти на ногах не подстриг и ночью опять тебя поцарапал. Да нет. Знаешь что, это нечестно, я перед тобой и так, и сяк, бесполезно. Так вот, моя дорогая, теперь я на тебя обиделся. На что? За то, что ты меня расстроила. Умотался. Повезло тебе, весь день отдыхала. Издеваешься, Лёш? Я вообще-то на больничном, у меня температура. А я сегодня убралась во всем доме, перемыла гору посуды, перестирала целую кучу белья, которое нельзя стирать в стиральной машинке, приготовила ужин, сделала себе маникюр, педикюр, эпиляцию везде. Так и я говорю, оттянулась по полной. Дорогая, я дома. Да, он уже дома. Классно. Я просто в восторге. Он может вообще все. Так помогает мне. Что бы я без него делала? И размер у него идеальный. Ну, сама понимаешь, от маленького толку нет. Большой нигде не помещается. В общем, это был правильный выбор. Пойду полюбуюсь на него. Привет, Леш. Окей. Хотел. С разряженным телефоном? Ты что, ненормальная?